Друзья, всем привет! Вы на канале Поиск Монеты Кладов. Сегодня у нас снова очередной поисковый день. Сегодня решил выехать снова на то место, где мы в прошлый раз спахали. То есть там стоял пивняк и рынок 18 века. Он располагался там по 19 век, примерно середину его. Сегодня я решил, друзья, туда приехать еще раз, так как я изучил подробные и досконально архивные записи того места, поднял некие статьи с описанием тех мест, да, и времени, когда там все располагалось, и выяснилось, что там рядышком небольшая избушка располагалась. Как раз мы ее захватили плугом, когда пахали. Посмотрим, друзья, что там у нас будет, потому что все верховые сигналы я уже снял, находок было море, то есть сегодня я решил еще раз углубиться чуть поглубже, фундамент этот именно пошурфить. На улице жара стоит, не знаю, как буду копать сегодня, но вот сейчас нашел место, где небольшая тень есть. Так что, друзья, подписывайтесь, лайки, комментарии. Ну а мы погнали. Приехал на место, где планирую сегодня шурфить. Именно на вот этом пригорке, и где лежит металлоискатель, располагался фундамент. И здесь очень много было сконцентрировано монет. Сегодня хочу весь вот этот слой снять, посмотреть, что у нас будет после первого штыка. Ну и сейчас будем приступать и смотреть, что за находочки. Ну, квадрат примерно выбрал я 1 м 4 на 4, сейчас его будем как раз копать. Рекомендую проверенный интернет-магазин Антиквар-32. Магазин на рынке более 10 лет и является одним из крупнейших магазинов поисковой техники в России и СНГ. Магазин с огромным выбором поисковой техники, начиная от детских, заканчивая профессиональными металлоискателями. Товары известных брендов по выгодно низкой цене – Garrett, AK, XP, Fisher и многие другие. Интернет-магазин предоставляет широкий спектр катушек, запчастей, аксессуаров для поисковой техники любого производителя. Кроме того, в магазине действует система Trade-In. У вас есть возможность обменять свой старый металлоискатель на новый. А при заказе введите промокод «Поиск монеты кладов» и получите гарантированную скидку или подарок. Если ты хочешь приобрести качественный, проверенный металлоискатель, то тебе в магазин «Антиквар-32» и ни один клад от тебя не ускользнет. После первого снятия небольшого этого слоя сразу последовал сигнал и выпал вот такой окисленный кусочек кругляша. Судя по всему, это монета, потому что круглая и сильно окисленная. По размеру либо полушка, либо николаевская 1/4. Надо отмачивать, смотреть там, что под слоем у нас. Сигнал 0233, ну такой разный. Не выкопал. Так, выкопал. Тишина. Так, взяли. Есть, друзья, монета. Монетка, монетка, смотрите. Крупнячок, походу, да? Да, крупняк. Гурт наблюдаю, шнуровидный. Ух ты, Павел. 2 копейки, Павла. 2 копеечки, Павла. Вот он, отпечаток от монеты. Две копеечки. 1797 год. КМ.
Две копейки. Так, давайте протрем сразу, почищу. Смотрите, какие отличные две копейки 1797 года. Ну, в более-менее хорошем сохранении здесь. Чернозем идет местами, прям очень сильно рыжая земля такая, цвета огненного. Может быть, навоз или гнилые бревна. Ну, видно, что она где-то лежала, вот по ободу ржавчина какая-то. Ну, ничего, находочка отличная, берем. Снял сантиметров 40, наверное, второй уже слой. У нас пошли ржавые гвозди. И, кстати, под ним маскировался сигнал. Гвоздь убрал. И отчетливо стал звенеть уже другой совсем сигнал. Вот такой вот. Это уже более полезный. Судя по всему, это монета. И вот такие гвозди, когда вместе с находкой лежат, они маскируют ее. И в итоге металлоискатель ее не видит, поэтому надо землю тщательно прозванивать под разными углами, и тогда... Так, ух ты, это сибирка, да? О, сибирочка. Неплохо. Неплохо, неплохо. Так, какой год у нас тут? Так. 1773. Давайте гадать не будем сейчас, я помою хорошенько и посмотрим. Сразу видно, что монета лежала с гвоздем. Одна сторона ржавая. На правом боку у нее ржавчина. Копейка 1773 год. Сибирская. Зачистил очередную поверхность здесь. Очень много керамики насобирал. Всякой разной. И в глазури покрытой. И обычные. Вот она, кстати. Екатеринская битая посуда. Времен Екатерины II. Ну и что у нас? Копнул вот такую ямку. И у нас выпала монетка, друзья. Судя по всему, у нас серебро. Давно у нас серебра не было. Серебрушка какая-то, да, блестит. Итак, давайте поглядим. Ух ты, десятик. Десятик. Да, жалко не 25-ка или полтинник. Но тоже ничего, приятно. Блин, с дыркой. Под годом дырку кто-то пробил. Да ёпарасты, а. Ну ладно, бывает что. 1916 год. Отлично. Продолжаем дальше шурфить. Начал прозванивать землю, которую откидывал, и пропустил, оказывается, сигнал. Но он сигнал такой нестабильный был и нестандартный. Он больше в алюминий отдавал. Но вот решил проверить, и оказался крестик сломанный. Элемент его верхняя часть. Православный. Ну ничего. Хорошо, хоть не пропустил. Докопался до интересного слоя. Слой, знаете, такого ржавого цвета. Идут вот такие вот черепки битые. И сигнальчик у меня в нем же проскочил. Рядом вот с этой, вот с этим осколочком крынки. И вот в этой земле рыжей лежала монетка. Копаю на углу, здесь камней очень много. Так, давайте посмотрим. Ух ты, она какая-то убитая-то вся, окисленная. Не пойму, что за монета. Надо помыть ее. Это оказалось копейка сибирская очередная. Отколол кусочки с края, виднеется буква Е, вензель Екатерины II. И копейки 1770 какой-то год. Но, к сожалению, непонятно. Почищу потом электролизом, посмотрим.
копая угол этого дома. Здесь вот идут камни. Откидываю сюда. Вот такая лопата огромная лежала. Валуны неудобно копать, но откидываю. Но в принципе можно копать. Вот среди камней вот такие вот монетки проскакивают. Прокопал, друзья, уже сантиметров 60, наверное. Ну и что, у нас тут очередной сигнал. Так, где он тут у меня? А, вот он. Сигнальчик, друзья, сигнальчик. Судя по всему, опять серебро. Виднеется гурт. Да, серебрушка. Серебрушка, друзья, серебрушка. Что это, 20 у нас или 15? Как правильно-то? Да, 20-ка-то. 1871 год, СПБ. Отлично. Отлично, друзья, отлично. 71 год. Берем. Серебро всегда приятно поднимать. Итак, снял очередной слой, и у нас, друзья, отчетливый сигнал спустя два штыка. 1.29 сигнал. Итак, давайте проверять. Так, в руках. В руке, в этой руке. Монета. Вот она монетка, друзья. Монетка. Ну, достаточная глубина, кстати. 2,5 штыка снимал. Так, что у нас здесь? Что-то ничего не пойму, что за монета-то. А, это деньга курица. Деньга курица. Какой год? Так, грязь надо оттирать водой. Это оказалось деньга 1751 года. Ну, в хорошем состоянии. С учетом того, сколько ей лет. Более 270 лет. Сохранилась отлично. Копаю, друзья, сейчас угол фундамента. Камней наоткидал. Ужас сколько. Смотрите, какой стаканчик глиняный интересный. Тоже на углу битая керамика идет. И вот такие вот изделия из глины. Стаканчик, видимо, был. Молоко пили. Смотрите, как хорошо сохранилась эмаль. Вот как хорошо раньше делали. Ну и рядом вот такие штуки лежат. Запонка, пуговица и пуля. Вот такой у нас интересный сигнал, друзья, выпал под вечер. В огромном коконе монета. Но, к сожалению, блин, сложно ее сейчас показать, какая она есть. Сейчас я попробую почистить ее. Отколупнуть. Судя по всему, это полушка Екатерины. Сейчас посмотрим. Ну что, друзья, заканчиваю я сегодняшний шурф. На улице жара невозможная. Сегодня ни много ни мало накопал 7 монет, крестик. Сломанный, 8 монет.
Всякий такой шмурдячок гнилой, правда. Вот такие интересные кувшинки. Ну и на сегодня буду заканчивать уже этот шурф. Вернусь в следующий раз, сегодня жара стоит. Сейчас это все сравняю, буду следующий угол другой раз копать. Ну а на сегодня все, друзья. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Лайки, комментарии, как обычно. И вот такие монеты вас будут ждать.